приехал к товарищу Павлу, заказал он фонарик Sunray CC5. Вот сейчас показываю, как он работает. Ну, его подзарядить надо. Вот стакан рассеиватель. Очень удобно, когда ты очень яркий. Это еще это не ультраярко, еще ярче свет. Вот стакан рассеиватель. Это удобно, когда ты на стол поставил. А вот и все. Это у тебя, вот, пожалуйста, кемпинский фонарь. Либо на карабин можно повешать сверху там, да? Кстати, еще тут эта функция магнитится. Можно с пульта, можно с кнопки все это дело. Все это включается, выключается. Цветность меняется. Все это также можно делать из пульта. Да. Вот сидим, играемся. Хорошая дальность. Вообще, если лежишь на раскладушке, балдеешь. Вот цветность меняешь. Это эргономичный чехол. Стакан рассеиватель. Провод Type-C и iPhone. В общем, вот такая вот интересная игрушка.